От Толстого на Тюменский тракт. В Сургуте появится дополнительный выезд из города. В 2021 году запустят движение по улице 5Z. В данный момент ведется вырубка леса, подготовка строительной площадки и устройство сетей. Работы выполняют за счет местного бюджета. В следующем году продолжение Толстого включат в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Федеральная программа предусматривает как ремонт существующих, так и асфальтирование новых улиц. Магистральная дорога с четырьмя полосами, в две полосы каждую. Также, ну, все так же, тротуары будут, сети. Данная дорога, получается, нужна для развития микрорайонов. Там будет и вода, ливневая канализация, электричество.